Реконструкция улицы Чистяковой почти завершена. Она началась в октябре 2021 года. На протяжении 2 километров проезжую часть расширили до 4 полос, установили 8 новых остановочных павильонов и 6 светофоров, смонтировали линии наружного освещения. В ходе работ подрядчику пришлось полностью переложить инженерные сети и заново построить ливневую канализацию. Но некоторые проектные решения вызвали вопросы у жителей. Например, необходимость установки шумозащитных экранов. Жители просят не ставить экраны, потому что затеняет им и дворы. И, в принципе, в этом нет никакого смысла, потому что интенсивность дороги не очень сильная, шума как такового нет. Ну и поэтому предложили все-таки попробовать пересмотреть необходимость этих экранов. Жители предлагают оптимизировать пешеходное движение. Как отметил глава округа, перенос и строительство дополнительных тротуаров, установка лестниц и ограждений возможны. Все поступившие пожелания будут рассмотрены. Но и про соответствующие ограничения, например, технику безопасности, тоже забывать нельзя. Этот вопрос будет дополнительно рассматриваться несколько позже, на следующей неделе, потому что понятно, что хочется многого, но не все получается сделать. Есть и технические вопросы, которые являются непреодолимым препятствием, но я думаю, что мы, как и всегда, жители найдем общее решение, которое всех удовлетворит. Необходимость установки шумозащитных экранов, возможность благоустройства удобных для жителей маршрутов обсудят на совещании в администрации округа. Внесение изменений в проект на данном этапе допустимо. Ведь, как отметил Андрей Иванов, невозможно на стадии проектирования предусмотреть абсолютно все. Некоторые нюансы выявляются только после начала реальной эксплуатации. Роман Попов, телекомпания «Одинцова».